Вот он мой братец старший, обижал меня все детство. Ого. А ну, Балди, вонючка, быстро помой за мной посуду. Сейчас берем краба и кладем ему в пиццу, но лучше в трусы. Это, кстати, игра очень похожа на Мисти. Точно мне надо. А, бежит. Я это чуть не укакался от страха, если честно, когда он меня обловил. Мяу, а у кого тоже есть брат или сестра? Ставь лайкосик, а если никого нет, то тоже ставь. Люблю тебя. Что он делает? Первый уровень. Так, давайте, ребята, смотреть. Это мой старший брат, который надо мной все детство прикалывался. И сегодня моя очередь. Балди, так. Ты как-то совсем он на тебя похож. Он тоже такой же зелененький. Так он больше меня был в два раза и обижал меня. Нам нужно что-то сделать. Так. Так, что ты хочешь? Я хочу ему что-то положить на диван. О, подуха. Пердуха. Это же подуха-пердуха. Это даже пахнет. Видели, у него эти ароматы идут, пуков. Так, ну что, он сейчас собирается садиться на диван. Да, и как раз ему сейчас нужно положить в то место, куда он садится. А ты точно положишь туда, куда надо? Не знаю, мне сейчас подсказки. Вот, смотрите, ребята, нужно зайти в дом для того, чтобы взять эту подуху и положить ему на диван. Он в детстве со мной такой пранк производил. Я очень сильно на него обиделся с тех пор. Да, Балди. У меня, кстати, тоже есть брат и сестра старшая. А напиши в комментариях, у тебя есть брат или сестра? Смотрите, как она пахнет! Ты уверен, что она пахнет? Конечно! У меня есть сестра. Три. Братишка, садись! Иди, только смотри, там мимо не сядь! Так, валим! Тихо, он уже идет, Балди! Выбегай! Это, кстати, игра очень похожа на Мисти. Точно! Этот разработчик Мисти. Ну, попил чайку! Ой, что это? Балди, если узнаю, что это ты, закрою в туалете. А, у тебя получилось. Круто, гляньте, какая у меня синяя классная футболочка. Даже музыка, как у Мисти. Так, следующее, нам нужно найти, о, краба. Кто это? Плавает в аквариуме. Так, какое у тебя задание? И положить краба ему в куда-нибудь, в трусы. В пиццу. А в пиццу? Он мне клал в детстве в трусы. Я ж что и спрашиваю. Он прикалывался, мне все в трусы подкладывал. С тех пор у меня вечно мокрые трусы. А я-то думаю, откуда это? Это все брат со мной издевался. Так, сейчас берем краба и кладем ему в пиццу. Но лучше в трусы. Куда я буду же кладить? Забегаем, друзья. Заперта дверь? Он как обычно спит. А что дверь заперта? А, не заперта. Тихо-тихо, не разбуди его только. Хорошо. Всем бай. Быстро-быстро-быстро, тихо, закрывай дверь. Главное, громко не ржать. Заказал пиццу с морепродуктами. Сожру, пока Балди не видит. Ай, я же не знал, что они живые кусаются. Ага, получилось. Круто, глянь, у него краб болтается на руке. Ну что, братюня, в следующий раз в трусы положу. Обещаю. Так, третий левел. Что мы делаем? Он собирается идти принять ванну. Мы ему должны что-то как сделать вести? Чесоточное. Точно, как умести, серьезно. Мы ему должны запустить блошек в его подмышки и таракашек. Сейчас посмотрим, как мы это будем делать. Ребята, он мне в детстве насыпал полные карманы муравьев. А меня, кстати, брат в туалете закрывал. Только это по секрету, никому не рассказывайте. Сейчас мы ему насыпем и закроем, пусть там сидит, чешется. Нечего нам муравьев по дому раскидывать. Тихо, осторожно, он тебя сейчас увидит. Он идет по второму этажу. Где он идет? Вон он, аккуратненько. А он тут нас ловит? Да, конечно, он тебя поймает, и все, и твой пранк провалится. Убегайте в соседнюю дверь. Если меня поймает, он все родителям расскажет, или мне не надо. Тихо! А, бежит! Тихо, вроде он не понял, где ты спрятался. Он мимо побежал. Он тебя заметил, но не понял. Надо молчать. Тихо. А, нет, он бежит за тобой, быстрее! Вау! Блин, дверь закрыта, закрыта, закрыта! Все, тебе сейчас крышка. Где он? Тихо, он вроде потерял тебя. Да, он идет в ванную. Все, он ушел в ванну. Ай-яй-яй, как все чешется. Божечки, Балди, это ты мне в трусы тараканов накидал? Ну, я тебе задам. О, получилось! А мы танцуем с нашим кремом. Я это чуть не укакался от страха, если честно, когда он меня обловил. Думал, труба мне все. Так, хорошо, наше четвертое задание. Это змея. Найти змейку на полочке. Может, не надо змейку? И подсунуть ему куда? В трусы? Нет, на диван. На диван, ладно. Так. Уже в трусы. Ну, меня на самом деле в детстве и в ванной брать закрывал тоже.
А он тебе змеи не подкладывал никакие? Нет, только яблоки дырявые. Он мне подкладывал, и сейчас я ему буду за это мстить, друзья. Так, тихо, он тебя увидит, аккуратно. Увидит, блин. Да, заходи в спальню, наверное. Он там заставлено мебель и все, такое ощущение, что там склад какой-то. Подожди, он идет куда? Подожди, где он? Я взял змею вообще, уже забыл. Да, но он сидит на диване, и ты не можешь ее подложить ему. Он сидит на том же месте, должна лежать змея. Да, да, это точно. Как его выманить оттуда? Сиди, смотри, мультики начинаются. Куда он побежал? Мультики смотреть. Нет, он тебя чувствует, но не поймет, где ты. Может... Братан, иди там, смешариков показывай. О, может быть, он за тобой побежит? Я тогда по другой лестнице спущусь. Подожди, он потерял тебя. А, он слеповатый, точно. Он же сядет опять на диван, и ты провалишься. Играет дальше. Долго в компьютер, и поэтому он не видит ни черта. Так, тихо. Нет, он садится на диван, Балди, все пропало. Ну, что мне делать? Зови его за собой. Он за тобой бежит, Балди, аккуратно. Братик, братик. Походу, у него двойка по физкультуре. Ну, у него и слепой к тому же. Я с другой стороны сейчас спущусь и подложу ему. Опа! Лёв, быстро спускается так. Быстрее, быстрее, быстрее. Он меня не видит, он меня не видит. Быстрее клади, клади. Кладу. Змей кадеты. Блин, близко. А он куда? Близко. Куда? Он близко. Быстрее, Балди. Стихай. Лёв, он вообще слепендей. Он тебя даже не увидел, слышишь? А ты змею вообще взял? Ты положил змею? Нет, не помню. Да, он лежит. Это что, змея? Ничего себе, я же сейчас убью со страха. Кто это сделал? Почему она ко мне в трусы заползает? Балди, это ты сделал? Ну готовься, я тебе суп на голову вылью. За... Да, Балди. А мы тут со змеей танцуем. Да он потому, что она не настоящая. Я пошутил же над ним, я же ему живую не подложу, он мне брат все-таки. Так, следующий у нас левел. Что это надо сделать? С яблочным пирогом. Он решил испечь себе пирог. О, он с тобой не поделится. И он решил его зажать, зажилить и не поделиться со мной, свинюк. Поэтому мы ему испортим его сейчас пирог весь. Да, мне тоже часто братик все поедал, ничего не давал. Он его купил и положил в холодильник. Да нет, вот он на пороге, да, лежит? А, да? Да, это получается, наверное, коробочка или не, что? Не, нужно положить эту коробку, чтобы брат не вышел с комнаты. А, ты подпираешь типа... Да, оп. Где? Вот это его комната или вот это? Не знаю. Вообще не это, Балди. Вообще не это. Блин, ты сейчас проиграешь, аккуратно. Ну где она? Не знаю. Что там стоит делает? По-моему, он красуется собой, говорит, какой он красавчик. Как мне понять, где его комната? Может быть... Его комната? Нет, вот, не знаю. О, там, может там, где окно? Там, где окно со шторами, с красными. А где это была дверь? По-моему, под лестницей где-то. А, я не знаю. Так, подожди. Сейчас посмотрим. Нет. Нет, это столовая. Может быть... Это тоже столовая, это кухня. Тут... Так, а вот здесь же был пирог. Вон в холодильнике, да? Он вышел из своей комнаты. Балди, быстрее, ускоряйся. Так, разбрасываем пирог по полу. Только ты что его ешь? Разбрасывай. Хватит его чумкать. Очень вкусно. Я чуть-чуть отъем и все остальное разбросаю. Короче, ты сожрал пол торта. Или пирог... Валим! У меня было 4 кусочка. Осталось 2. Балди, с тебя только пранк готовит с едой. Сейчас я еще один съем. Да отстань, он идет. Где он идет? Нету никого. Где? Он бежал, слышал звук? Он меня никогда в детстве ничем не угощал и не делился со мной. Пока Балди не видит, съем свой торт. О нет, Балди, что ты наделал? Ну я все родакам расскажу, как ты целовался со своей одноклассницей. Держись. О, притащил сюда кусочки. Притащил кусочки, молодец, красавчик. А, есть еще левел. Так, играем дальше. Что здесь надо делать? Мы должны его напугать. Боится привидений? Смотрит, да, страшилки на ночь? Мой брат боится привидений, мы должны сейчас ему это привидение устроить. Берем ножнички. Раз боишься, сейчас мы тебе покажем. А, ты что, серьезно, ему привидение сделаешь? Да, я ему ляньте, какое смастерил. Знаете, как он меня в детстве пугал? Вообще. О, меня брат за дверью всегда остановился, когда я шла, он всегда такой бу, пугал меня сразу. Я аж заикаюсь до сих пор. Давай сюда, а куда поставить-то? Сейчас возле двери, наверное, на вешалку надо. Да, на вешалку, все. А, в смысле, чтобы он подошел? Ра! Да, он сейчас придет домой. Он пошел куда-то в лес гулять. Лучше бы заблудился там нафиг. Тихо-тихо, давай. Это их сад вообще. Да. Это сад, у нас помидоры растут и перец красный. О, зашел. Все, идет. Что?
Что? Это же призрак! О нет, господи, не надо было смотреть до 4 утра фильмы страшильные! Мамочки, помогите! А, получилось, Балди, ты красавела! Круто! Yes, мы тут танцуем! Не забывайте подписываться на наши новые каналы Валеришка Фэмили, где мы играем челленджи, Валеришка Макс. Там вышла новая серия, где играет наша собака в компьютерные игры. Мы их очень любим. И не забывайте, солнышки, вы самые лучшие. Всем пока! Закрывай.